что, друзья мои, вот я в горах. Я в гостинице сегодня Арчазор. Я думал, конечно, будет минус, но здесь намного меньше. Где-то, наверное, плюсовая температура. Обратите внимание, горы. А теперь меняем все позиции. Вот она гостиница. Кстати, у нас сегодня второй этаж, жалко, не четвертый. Мест нет, оказывается. Ну, вот эта гостиница. Очень хорошая. Здесь, кстати, все прекрасно. В этой гостинице. Сейчас я покажу внутри. Но обратите внимание, снежок. Внутри есть бассейн. Бассейн тоже вам покажу. А так, как упоительные в Чимгане вечера, как называется. Ну, вот мы в Арчазоре. Встречает нас ресепшн. Зовут ее Зебора. Зебора встречает нас. Так, вот ребята тоже здесь работают. Мы в прошлом году здесь были летом, нам здесь очень понравилось. Сейчас мы покажем вам номера. Кстати, еще бассейн работает, да? Он теплый, да, бассейн? Ну, я забыл плавки. В трусах не пускают, голым тоже нельзя. Так что, друзья мои, вечер продолжается. Сегодня я здесь гуляю. Меня в Ташкенте нету, запомните. Пока-пока. На втором этаже находимся. Кстати, здесь есть лифт прозрачный, такой прикольный. Сейчас, кстати, утро, идет снег. Отсюда не видно, но идет снег. Покажу вам номера. Два номера покажу. Так вот, это двухместный. Это я снимаю с балкона. Двухместный, очень чистенький. Подушки хорошие, телевизор большой, интернет, Wi-Fi. Ну вот ванну вы все видите, ничего объяснять не надо. Все есть, ну и щетки, шампуни, фен. Ну вот, матрасы хорошие, подушки хорошие. Кстати, здесь есть, вот смотри, как раз это вино, чипсы. Это все за деньги, в конце как бар. А вот кофе, чай, кофемашина, все бесплатно. Кофе очень вкусное, так что очень прилично здесь. Ну вот еще один номер. Это двухместный, такой целый. Ну здесь вид, конечно, смотрите, какой. Опа! Выходим на этот вид. Ну как вам? Фух. Красота! Лепота, друзья мои, лепота. Так что приятного мне отдыха, приятного настроения. Ну что, вот и прошли сутки, и мы уезжаем с Арчазора. Погода, конечно, космическая. Так что увидимся в Ташкенте.